Здравствуйте, дорогие мои! Я Дед Мороз Алтайского государственного театра музыкальной комедии. И сегодня я расскажу вам, где культурно провести каникулы в нашей краевой столице. В галерее «Республика ИЗО» работает сразу 10 выставок барнаульских художников. Это и Татьяна Ашкенази, Николай Коротков, Альфред Фризен. Самое главное, в центре экспозиции выставка народного художника России Михаила Буткеева, приуроченная к его 94-летию. Ну, а в моем родном доме, театре музыкальной комедии, с 18 декабря ждем юных зрителей на сказке «Морозко» и «Страна Деда Морозия». А для их родителей и тех, кто давно мечтал побывать в роли гостя на шоу «Голубой огонек», театр представляет новогоднюю шоу-программу «Елки-палки-шоу». Прийти на нее можно не только с семьей и друзьями, но и большой компанией. А любителей классики ждем на концерте. Концерте «Новогодний кантан». Проводите время культурно. И пусть эти каникулы запомнятся вам надолго. С Новым годом! Увидимся в театре!